Привет. 7 марта 2014 года вышел альбом группы Splin Resonance, часть первая. Альбом упакован вот в такой нестандартный диджипэк, который по размеру гораздо больше обычных дисков. На дискоксе такая коробка, названная EcoPack. Давайте посмотрим, как альбом выглядит внутри. Вот так он открывается. Очень толстый картон. Обложка. Трек-лист. Дальше идут тексты песен. Здесь информация по альбому. Авторы. Другая информация. 16 страниц буклета. Диск выглядит вот так. Трек-лист. Жаль, что в оформлении альбома нет никаких фотографий или слов об альбоме. Но такая ситуация встречается уже на всех последних дисках группы. Благодарю за просмотр. Пока.